Встаем. Везите деньги. Набейте. Знаешь, чьи это деньги? А фирма чья, знаешь? Говарда Сейнта. Он превратит твою жизнь в ад. Уже превратил в ад. А теперь в окно. Что? Деньги в окно. Как работа, убийцы? Сейнт берет за голову? Или когда оптом скидку даете? Сегодня двойное убийство в центре города. Сегодня в перестрелке в здании Говарда Сейнта. А теперь еще одна новость. Фрэнсис Кастл жив и снова находится в Тампе. Телезрители наверняка помнят Фрэнсиса Кастла, агента ФБР, якобы погибшего от рук... Говорит на шести языках. Отслужил два срока в отделении БТ. Что за БТ? Это борьба с терроризмом. Полиция Тампы еще не выяснила мотивов преступления и не произвела никаких... Это он? Эй, привет! Thank you.